Характеристика Натальи Приходько. По милости Божьей дважды в неделю ведется у нас изучение Библии. По городу много, под разным коктейлем сектантов и гуру. Мы все это видели. Среди посещающих стала ходить студентка весьма истощенная в поисках, авансом ей в уши и в сердце в кредит с надеждою здание строится. Дал ей Господь полноценную веру, огненный дух разумения Писания, Духа Святого дает Бог не мерой, будущей жизни лобзанье. К лагерю стану душой прикипела повар, психолог и прачка, главный садовник, защитник наш смелый, с мужским рассуждением удача. И нет ей замены, Приходько Наташке. Нянька с горшками строчит на машинке. Даже сегодня лет 20 не дашь ей, только при смехе заметны морщинки. Дал ей Господь полноценную веру, огненный дух разумения Писания, Духа Святого дает Бог не меры, будущей жизни лобзание. Крайне упрямый и хохладский характер хочет во всем настоять на своем, но успокоиться лучше без драки, все обмозгуем вдвоем. Бескомпромиссно любить Иисуса, на богослужение разумно молиться, не оказаться предателем, трусом, пропасть сектанства так просто свалиться. Дал ей Господь полноценную веру, огненный дух разумения Писания, Духа Святого дает Бог не мерой, будущей жизни лобзанье. Любит старушек, их басни послушать, платят ей тем же и Ани, и Тани. Плавать боится, болеет на суше, почки лечить гаймориты заранее. Жаль, если замуж решится и выйдет, это стряхнет лагерь стана трубы, где этот вор, разоритель и злыдень сможет Наталья ему отрубить. Дал ей Господь полноценную веру, огненный дух разумения Писания, Духа Святого дает Бог не меры, будущей жизни лобзание.